ВИЗ Латвии, ТБ, ЛННК хочет поменять трудовое законодательство так, чтобы работники могли использовать только государственный язык в рабочее время, а работодатель не мог требовать иного. С таким предложением нацобъединение выступило на Совете по коалиции. Партнеры обещали вопрос рассмотреть. Речь о трех нормах. Во-первых, запрет на требование знаний иностранных языков в тех ситуациях, когда эти знания не нужны. Во-вторых, государственные и муниципальные предприятия могут просить знания только официально признанных в Европейском Союзе языков. И третья, новая норма, которая до сих пор не обсуждалась, это право работника с жителями Латвии общаться на государственном языке, а соответственно, работодатель не мог бы просить иного. Инициатива национальное объединение не объясняет заботы о положении на рынке труда выходцев. Цитата из латышской местности. Мы ознакомимся, это вопрос к парламенту. Мы много дискутировали о том, сколько задач у правительства, а что может рассмотреть парламент. В парламенте, конечно, будут дискуссии. В любом случае, ситуация на рынке труда очень напряженная. Министерство экономики будет оценивать, как это повлияет на рынок труда. Мы сейчас очень быстро движемся в направлении дефицита рабочей силы.